Всем привет! Вы на канале Олег Каменский. Мы находимся в Черняевском лесу, город Пермь. Также его еще называют парк Балатова. Вот такие вот дорожки. Такая вот замечательная природа, лес. Дальше там идут аттракционы. И сейчас покажу вам кое-что, о чем люди, которые здесь живут, даже не подразумевают, что рядом с ними находятся кусты черники. И в этом парке очень их много. Он прямо переполнен. Вот смотрите, вот это все, это кустики черники, вот ягодки, я не знаю, видно, не видно на камеру. Такой коротенький обзор сделаю. Мало, потому что людей знают, что это за ягодки такие. Привыкли их видеть в магазине, на прилавках. Потому что очень их много. Они похожи на вороний глаз, но это не вороний глаз, это черника. И она, смотрите, их прямо как много, как много. И вот можете посмотреть то, что рядом проходят люди, абсолютно не знают то, что рядом с ними находится столько полезных ягод для здоровья. Я точно не помню, там что там по витаминам, пишите в комментариях. Ну, вроде бы для глаз это очень полезно. Я ее собирать сейчас не буду, потому что я гуляю с дочкой. Мама с коляской отошла вперед. Я говорю, я хочу снять этот материал, потому что это все настолько неожиданно. Вот смотрите, сколько ягод. Это все черника, 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 черника. И вот они, кусты, они все пошли туда дальше. Это все черника, черника, черника. И видно, что никто ее не собирает. Я так представляю, что просто никто этого не знает. Что за 10 минут можно, я не знаю, литр насобирать. Потому что я такое количество ягод обычно встречается только в лесном массиве. Вот если перевернуть кустик, видно, он полностью весь в чернике. Это просто какая-то жесть. Не нужно ехать никуда далеко в лес. Пожалуйста, пришли с лялькой маленькой, погуляли, пособирали ягодки, пришли домой. Все это с сахарком. Вкуснотища. Я просто в шоке, сколько ее здесь. И вот я заходил в одно место, в другое место. Но сейчас просто уже не удержался. И решил все-таки снять небольшой такой материал, обзорчик. Сколько ягод, черники у нас в Черняевском лесу, в Балатовском парке. И ее тут просто, я не знаю, я в белых штанах, мне до того неохота по ней гулять, потому что я думаю, они меня быстро превратятся в красные. Попробую на вкус. Кисленькая такая, сладенькая, кисленькая, и все вот туда вот все пошло, все черника, 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 черника. Я не знаю по километражу, но вот в эти кустики, которые я сейчас зашел, тут ну так, с виду метров 150 на 150 такой квадрат просто переполнен черникой. Я вот даже уже выхожу, уже вот он асфальт, вот она черника. Смотрите, это просто какой-то нонсенс. Насколько люди привыкли все покупать в магазине, и они просто не знают, как эти ягодки растут. Насколько они полезны. Ну вот такой вот небольшой обзорчик решил снять. Всем пока. Подписываемся на канал. Колокольчик не забываем. Ставим лайки, дизлайки. Хейтеры, пишите, рассказывайте, что делаю не так, что так. Жду ваших комментариев, что вы по этому поводу думаете. Всем пока!